Здравствуйте, друзья! Вы на канале Легко и Просто, и в этом видео мы будем делать сумки для кукол. Пишите в комментариях, что сделать в следующем видео, и обязательно ищите зайца. Он опять пробрался в видео. Первым нашедшим передам приветы в следующем видео. Итак, приступим. Для работы нам потребуется фетр или вискозные салфетки. С помощью крышки от молока намечаем контур, затем вырезаем. Также из фетра нам нужно вырезать еще две детали, указанные в видео. То, что шире и короче, обклеиваем круг. Наносим клей на полоску фетра, а затем вклеиваем круг. Осталось вклеить длинную полоску фетра, которая будет ручками сумки. Чтобы сделать украшение для сумки, нам нужен круг диаметром меньше крышки молока. Переводим его контуры на форме ран. Нам нужен один желтый круг и три голубых. Вырезаем заготовки, причем голубые дополнительно разрезаем пополам. Кстати, одна лишняя. Голубые детали складываем пополам и закругляем уголки. У нас получается лепесток цветка. Вот такое количество деталей у нас получилось, и теперь все эти заготовки нужно приклеить на черный фетр или картон. Все, что у вас есть. Вырезаем детали, оставляя немного фетра по краям. Наносим клей на край лепестка и вклеиваем их по серединку. Цветок практически готов. Лепестки можно приклеивать как рядом, так и внахлёст. Из зеленого фетра вырезаем верхушку листа. Как получится низ, неважно, ведь его не будет видно. Затем листок приклеиваем на черный фетр и вырезаем. Приклеиваем цветок на сумку. Между лепестками вклеиваем листочки. Серединка цветка у нас сделана из фома, поэтому мы можем наметить глаза, например, с помощью кисточки. Теперь можно их раскрасить акриловой краской. Не забудьте поставить блики. А вот рот аккуратно прорисовать на форме рани я смогла только с помощью иголки. Рисуем румянец, и сумка готова. Но если вдруг вам не нравится этот вариант, есть еще один. Ширина ленты 6 мм. Спасибо, заяц! Из атласной ленты делаем листочек. Для этого из ленты нужно сделать петельку и сложить ее в основание. Обрезаем лишнее и подклеиваем горячим клеем. Для одной сумки нужно сделать 5 листочков. Приклеиваем на сумку красивое украшение, у меня в виде роз, и добавляем листочки. Теперь можно еще приклеить стразы или полубусины. Все остальные части сумки делаются точно так же, как в предыдущем варианте. Если у вас нет страз, поищите их на старой одежде. Если у вас нет полубусин, сделайте их сами из горячего клея, а затем покройте лаком для ногтей. Ну что, ребята, вот такие сумки у меня получились. Я надеюсь, что они вам понравились. Не забывайте писать в комментариях, что сделать в следующем видео. Подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы увидеть видео первым. Ищите пасхалки, чтобы получить привет в следующем видео.